Готовим соус бешамель. Значит, что понадобится мне? Нужно будет молоко 150 грамм, сливочное масло, столовая ложка, мука тоже примерно столовая ложка, соль, мускатный орех. Можно по вкусу еще добавить черный молотый перец, но я не буду сегодня добавлять, буду мускатный орех только и соль. Сливочное масло мы разогреваем, ну просто растворяем его. Не сильно делайте жар, чтобы оно сразу не сгорело, просто его нужно растопить. Так оно сейчас почти все подтопится. Если там останется, ну, больше я покажу сейчас, как я делаю. Растапливаем сливочное масло. И сюда в него я добавляю столовую ложку муки. И все это хорошо прожариваем. Ну, как бы пассируем муку, чтобы она не подгорела. До растворения сливочного полностью. Вот видите, у меня там еще два кусочка осталось, как бы не растворенных, но все равно мука схватилась, потому что уже масло растворилось. Вот я просто сейчас добьюсь однородной вот такой вот как бы пастообразной консистенции и немножко еще прогрею, буквально 2 минутки. Значит, пассированную эту муку подсаливаем по вкусу. Все быстренько размешиваем. И сюда же, при размешивании нашей муки, пассированной, вот это сейчас кусочек масла растворится, все. Я небольшими такими порциями ввожу молоко. Размешиваем, чтобы не было комочков. Но хочу сказать, что если у вас с первого раза не получилось и комочки вдруг будут, не переживайте, можно процедить потом через сито. То есть это на вкус не будет никак влиять. Значит, молоко и до такого полугустого состояния помешиваем, прогреваем. Молоко берите комнатной температуры. Пока оно еще не совсем такое у нас густоватое, добавляю немного мускатного ореха. Помешиваю до начинания загустения. Вот видите, он уже начинает как бы густеть. В принципе, густоту тоже можно регулировать. Если вы немножко дольше прогреете, то соус у вас будет более густой. Или можно оставить его вот такой консистенции. В принципе, все, снимаем. И, конечно, переливаем в какую-то емкость, в которой вы не готовили. Вот такой вот быстрый соус бешамель получается. Он очень быстро готовится. Готовьте, приятного аппетита!